Друзья, здравствуйте всем. Я Сергей, вы на канале Finishing Group. Я рад приветствовать вас с нашими новостями. Значит, новости у нас какие? Новости. Давай по новой, Миша, все хуйня. Друзья, здравствуйте всем. Я Сергей, а вы на канале Finishing Group. У нас замечательная новость. У нас приехали новые обновленные машинки Steyr. Разумеется, стиль остался тот же самый. Какие самые главные новости? Значит, не новости, вернее, а нововведение или обновление, скажем так. Это, в первую очередь, эргономика. Эргономики машинки, она изменилась. Соответственно, она стала лучше, она стала интереснее в плане, на мой взгляд, работы одной рукой. То есть изменилась развесовка машинки. Значит, она стала как будто бы легче, но вес остался, в принципе, тот же самый. Вот, но развесовка, как бы, она стала лучше, интереснее именно для работы вертикально. То есть, прям вот мне очень удобно держать ее одной рукой. И как бы я не чувствую веса или нагрузки как бы на кисть. Это очень классно. Вот, она стала обрезиненная, то есть удобный очень хват. И самое главное, появился магнитный тормоз. То есть, если раньше у вас подложка раскручивалась там до неимоверных скоростей, как бы, и, в принципе, был шанс, скажем так, нарезать чего-то, да, на обрабатываемой поверхности, то есть здесь сейчас проблем этой нету. То есть тарелка останавливается, соответственно, она не раскручивается, как бы, это очень круто. Улучшился, на мой взгляд, пылеотвод. То есть, реально, если у вас даже среднего, скажем так, качества пылесос, как бы, да, и он у вас нормально работает. То пыли, как бы, я не наблюдаю, в принципе. Да, не вертикальная работа, там, соответственно, не горизонтальная. То есть, реально, как бы, очень хороший пылеотвод у нее. Вот. Стандартные эксцентрики, то есть 2,5 и 5 мм. В комплекте шланг для пылеотвода, в общем-то, ключ. Электронная регулировка осталась та же самая. То есть, подводя, скажем так, итоги, магнитный тормоз, развесовка классная, обрезиненный корпус, очень удобная эргономика. То есть, вот такие как бы изменения произошли в конструкции. Собственно говоря, на этом у меня новостей больше нет. Спасибо, всем пока.